Светлана Демина в санаторий имени Чкалова попала чуть больше недели назад. Здесь она проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса. Признается, процесс восстановления непростой. Приходится принимать много лекарств и заниматься дыхательной гимнастикой. Была очень сильная слабость. Сатурация еще была там 90, и сейчас она 96. Ну, состояние было это. Сейчас после всех процедур дыхательной гимнастики у нас это более-менее состояние. То есть сатурация поднялась, состояние стало лучше, температура вся нормальная, давление тоже, все хорошо. За здоровьем пациентов в санатории Чкалова следят внимательно. Утро начинается с измерения температуры. Эту процедуру проводят 3 раза в день. У нас в санатории 24 часа осуществляет работу медсестра, дежурная, постовая. У нас дежурит врач. Все палаты, как предусмотрено, оборудованы тревожными кнопками. То есть пациенты могут в любое время вызвать персонал, им оказывается необходимая помощь. Мы своих не бросаем. Я считаю, помогать это по-самарски. Реабилитационный центр на базе санатория имени Чкалова открыли 16 ноября по указу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В отделении 70 койко-мест. Под пациентов, перенесших ковид, отдали весь 3-й корпус санатория. Консультации проводят врачи разных специальностей, ведь коронавирус может вызвать поражение и сердечно-сосудистой системы, и почек. Порой людям необходима даже психологическая помощь. У нас больных ведут и врач-невролог, и врач-кардиолог, врач-физиотерапевт, врач-психотерапевт. Лаборатория наша работает, собственная для исследования и биохимических, клинических анализов крови. Врач лечебной физкультуры. Мы подтягиваем всех. В реабилитационный центр пациенты поступают через неделю после выписки из госпиталя. Восстановление проходит еще 2 недели. Мария Левина, События.